уважаемые жители города Степногорска! Обращаюсь к вам с убедительной просьбой соблюдать санитарные нормы при общении со своими друзьями, со своей семьей и с людьми, которые окружают вас. Постоянно носить маску. Инфекция очень серьезная. Она поражает не только взрослых, но и детей. Это я вижу по своей работе. Сложно определить, когда эта инфекция появится в вашей семье, но она в каждой семье появляется, и многие с ней контактируют. В нашем городе уже началась вакцинация против коронавируса. Вакцина очень хорошая, осложнений нет. Я как врач обращаюсь к вам, сделайте прививку. Таким образом вы защитите себя и свою семью от серьезной инфекции. Это большая забота о вас и о ваших детях. Впереди лето. Вакцина хорошая, она обеспечит вашу мобильность в течение летнего периода и осени. Поэтому обратитесь к своим взрослым родителям, обратитесь к своим родственникам, чтобы они обязательно пошли и сделали прививку. Я как врач вижу результаты того, что люди прививаются и осложнений нет. Поэтому призываю вас всех делать все правильно.